я думаю о себе, там, я не могу контролировать чувства, я не могу поститься. Почему у меня нет контроля чувств? Я просто понимаю, что контроля чувств нет, потому что нет занятости. Вот когда я занят, ну, полностью, вот я там в проповедническом туре, мне без разницы, там, как спал, то есть кто-то только тогда, когда я как бы резонирую. Поэтому я одному преданному сказал Прабу, пойми такую вещь. Ну, он сразу говорит, вот там, меня должны преданные пригласить, я должен там, они должны меня там оплатить билет там. Ну, он сказал, ты не понимаешь немножко. Гурудев дал тебе возможность проповедовать, потому что, придя к этим преданным, ты очистишься. Не думай, что ты такой, что ты твою проповедь очищает всех. Это ты очистишься. Поэтому тебе эта проповедь важнее тому, кто тебя слушает. Что тебя слушает, он может тебя слушать из сострадания. Ну, и, там. То есть не думай, что ты там стал трансцендентом, все должны тебя слушать. Поэтому ты должен быть больше заинтересован в проповеди, чем те, кто тебя слушает. С Гурудевом проблем нету. Вот ему можно, то есть Гурудеву там понятно, что ему сами все люди отдавали. Это, кстати, то, что я объяснил о позиции. Я говорю, вы думаете, что вы сядете в читание Сарасвати Матхи, и вам как Гурудеву понесут деньги, что ли, пачки? Это бред. Ну, на ваших рожах написано, что вы жулики. Вам больше никто в двух рупий никто не даст. Это из приличия. Гурудеву из его чистоты люди жертвовали там сотни тысяч долларов там, и так далее. И результат какой, да, там, Гурудев построил там всю инфраструктуру, храмы. Читание Сарасвати Матхи никогда ни с кого не брали деньги там, за аренду комнаты, там, за еду, представляешь? Там все религиозные организации там приехали, отстегни за комнату, отстегни за еду. Чего бесплатного нет? Гурудева не было никогда, он, то есть вообще такой мысли не было, что ты там должен что-то. То есть это принцип Гурудева был, потому что он предоставлял все своим ученикам, и свои ученики в соответствии, ну, как это чисто ведический принцип. Понятно, да? То есть все построено на. Поэтому люди жертвовали там по 100 тысяч долларов, понятно, да, потому что они видели эту чистоту, они видели, поэтому Гурудев, он говорил там, Девишакти, она всю жизнь собирала пожертвования, потом она там вышла на пенсию. И у Гурудева в завещании написаны люди, которые пожизненно имеют право жить читание Сарасвати Матхи. Написано, только там ключ должен на отъезде выехать. И Гурудев сказал, Дивия, ты пожизненно имеешь право жить здесь. То есть потомки смены, вот если ты будешь жить там 100 лет, то я, ну, я завещаю завещание, что все остальные, потому что это люди, которые, или Арабинда Лочи, которые, когда был 84-й год, 88-й год, у Гурудева не было ни учеников западных, ни средств. Арабинда Лочи, Хари Киртан, это были первые преданные из Венесуэлы, они из Индии возили одежду. Венесуэлы продавали, ну, очень успешно тогда не было. Там. В Латинскую Америку завалили Колумбию там. Это были первые преданные, которые все свои бабки отдавали на строительство храма. Не было денег. Это у Гурудева не было денег, пока он не стал ездить на Запад. 92-й год, 93-й, там, 5-й, 6-й уже появилось больше людей. В 95-м году Гурудеву пришел Парамадвити с вами, в 92-м, по-моему, и сказал, Махарадж, у меня 20 храмов по всему миру, 2000 учеников. Я хотел бы встать под вашу крышу. И принять вас как гуру, передать вам все храмы, учеников. Ну, как бы я буду под вами работать. Ну, как бы проповедовать. Ну, он чувствовал, что у него не хватает шахте трансцендентной. Он сказал, есть только одно. Ну, он уже у Шридхара Махараджа получил саньясу, вернулся, он сказал, есть только одно условие, выгоните, пожалуйста, Арабинду Лочи. Потому что в Латинской Америке очень сильно меня дискредитируют. Ты знаешь, что он тебе сказал? Он сказал, ты думаешь, что я тебя, твои 20 храмов, 2000 учеников променяю на одного своего преданного слугу? Он сказал, ты вообще не понимаешь, кому ты пришел, с чем ты пришел. Ты пришел ко мне торговаться. 20 храмов, 2000 последователей. Ты хочешь, чтобы я убрал своего преданного слугу, который как бы
ради твоих храмов и твоего интереса. Рудов ему сказал, ты вообще меня не интересуешь ни в какой форме. То есть человек был в шоке в полном, он ушел. Больше никогда что-то на Святослав Марк не приходил, обходил его постоянно. Таким образом. Потому что он, понимаешь, он сказал, уберите одного там. Ты сказал, я не меняюсь на храм. И вот это качество Гурудева, оно потрясающее. Он такой человек, который... Ну, как бы религия в целом это обман. То есть я в этом убедился, однозначно, находясь внутри. Я знаю, что такое Гуру, бизнес, как все это разводится. Но такая личность, как Гурудев, она меня полностью покорила. Хотя Гурудев самый технологичный разводила, который я видел когда-либо в жизни. Чтение вед, писаний. Просто он индусов гипнотизировал, как кроликов. Приходят совершенно материалисты индусы. 10 минут общения с Гурудевом, он просто все, всех разрулил, все ушли счастливы. Когда они ушли, Гурудев сидит вместе, пьет чай, смеется. Ну, понимаешь, да, он вообще знает настолько вот, ну, всю религиозную тему, ну, сын Гуру, 60 лет Шридхар Махараджа. То есть он знает вообще все эти вещи. Ну, внешне. Но он говорит, этим людям сознание Кришны не нужно. Они говорят, не для этого пришли. Он говорит, потому что я садху известный, они пришли, ну, чтобы отметку сделать. Там был, в Индии ездил, в святом месте был. Он говорит, это говорит, черт, их вообще в духовной жизни интересует. Типа, они приходят и говорят, а можно поклоняться Шиве? Можно. Сейчас я вам расскажу как. Он говорит, потому что они пришли со своими, ну как бы, ну, понимаешь, да, то есть они пришли получить подтверждение своих идей. Они не пришли там гуру предаться, ну понимаешь, они пришли к доктору сказать, аспирин хорошо, хорошо, а анальгин тоже нормально, а можно по 3 таблетки, и по 5 можно. Ну понимаешь, да, поэтому большинство людей, они приходят, ну как бы гуру со, ну, за подтверждением своих истин. Там, а это так, так. Вот. Но принцип, ну, прихождения к гуру, то есть в Писании сказано, ты не имеешь права перед гуру вести себя умнее, чем бы казалось гуру. Знаешь об этом? То есть перед гуру нельзя умно говорить. Это один из законов. Но если гуру сидит, ученик начинает умничать. Ну, перетягивает на себя внимание, что типа я умный. Тогда возникает вопрос, кто ученик. Поэтому перед гуру, ну, то есть такие четкие законы определенные, например. И это большая проблема Госвами Махараджа. Он слишком умно говорит. Но Гурудев хочет, чтобы он это говорил. Потому что Гурудев трансцендентный. А говорить это более низшая планка. Ну, там приходят какие-нибудь там преданные. Там индусы западные. И надо показать, что такое читание Сарасватмат. И вот это Гурудев там тебе. А теперь скажет Госвами Махарадж. Ну, Госвами Махарадж там с точки зрения банальной эрудиции и так далее. Ну, понятно, там санскритские шлоки потоком туда-сюда. То есть, понимаешь, да? То есть, ты должен знать, когда ты должен показать свой интеллект, когда ты должен, наоборот, просто сесть и спрятаться. Вот. Просто Гурудев, он почему показывал? Он сказал, Госвами Махараджа, это он как бы один из его учеников, да, последователь, скажем так. Почему Гурудев давал Госвами Махараджа говорить? Чтобы показать этим людям, которые не обладают, ну, там, верой, понимают, что смотри, какие люди следуют мне. Ты понимаешь, да, вот он, все эти вещи, а как ты думаешь, а вообще, какой мой уровень? Ну, если это один из моих последователей, он на таком уровне может говорить. Да, там индусы просто выпадали, я говорю, мы вообще такого не слышали, да. Там, начиная от Гегеля, заканчивая Ведавьясом, человек просто чешет. Говорю, это вот мой уровень, моих последователей. Им со мной интересно. А что у вас есть, ребята, предложить? Тогда, конечно, люди, они понимают. Поэтому гуру, он знает, как, ну, не манипулировать, скажем, ну, как показать. Он же не должен сам себя прославлять. Я помню, такой был случай во Вриндаване. Мы приехали с Гурудевом,
такой небольшой компании Кришнаканта. И Гурудев, он раньше во Вриндаване третий этаж, его крыло. Ну, его веранда, его крыло, его комната. Ну, он выходил к лестнице после омовения днем. Ну, и вышел, сидит. А он там, ну, тарю уже не носит, там рубашка. Что-то сел очки, сел, протирает. Ну, и выглядит такого, типа, старого индуса, типа, привратник у дверей сидит. Ну, заходят какие-то там преданные. Такие итальянцы, красивые, так, мужчины, женщины, видно из искона. Видит Гурудева, а он сидит там, очки протирает, ну, там, без утари, без ничего, на стульчике. Ну, они думают, типа, какой-то индус сидит, ну, смотрящий за этажом. Ну, говорят там, типа, вы не подскажете, где здесь комната Кришнаканта? Ну, Гурудева такой, пойдите направо, слева, завернете за угол, там, постучитесь, по-моему, она еще там. Ну, вот. И они там, типа, я смотрю, что они, ну, для, ну, как бы, не воспринимают. Я такой подбежал, ну, как бы, говорю, перед вами, он, Вишну, Паймраджакачарья, Варя, что же, Шиман, Шилы, Бхакти, Сундар, Гавинда. Ну, конечно, как оружие носится, он должен титул своего рыцаря сказать. И когда я ему сказал титул, они такие, о, они даже не знают, там, Дандавах делать или еще что-то делать. Они такие, ну, ну, непонятно, да, то есть, ну, я ему сказал, кто вообще, кто перед вами. А если бы я не сказал, то они бы прошли мимо. То есть ты не знаешь, кто это, кто такой трансцендентная личность. И когда пришла Кришнаканта, она подошла, эти люди просто там полностью простерлись, они говорят, а вот он Говинда Махарадж. Так в этом-то и есть крутизна Говинда Махараджа, в том, что он, ну, как бы, понимаешь, да, то, что он не стал ничего говорить, ты сказал, там, зайдите слева, постучитесь, она там. То есть, ну, абсолютно, как бы, то есть ему не нужно ни перед кем там себя вести там, и так далее. Но это задача ученика показать, кто твой духовный учитель, как, кто он такой, к чему он относится. Гурудев же не будет говорить, там, я Рупа Нугрубую Варду. Я там поток Рупы Госвами и так далее. Он о себе вообще никогда это не говорил. Ну, я уже думаю, хорошо. Он Рупа Нугрубую, учитель. Он всегда был очень скромен. И когда мы говорим о Ачарье Махарадже, да, кто же Ачарье Махарадже? Мы можем сказать, может быть, Ачарье Махарадже, он не столь глубоко проникнут идеей, там, теологии, как Шридхар Махарадж и Говинда Махарадж, но мы понимаем, что кто-то этому потоку прокладывает, прорывает каналы, кто-то этот поток разводит на засушливые поля, там, украинские. Поэтому я всегда, например, говорил Гурудеву, надо приехать на Украину. И мы пытались, 10 лет мы хотели привезти Говинда Махараджа на Украину, но у нас за 10 лет ничего на Украине не получилось, никого не было. Ну, по большому счету. То есть в Раше у нас получилась команда, там людей собрались, там пожертвовали. Ну, понимаешь, это какая-то вот костяк. На Украине у нас никогда этого не было. Не потому, что там люди там несостоятельные или... Ну, просто не было среды. Это, ну, как бы, среда, время требует. Я всегда хотел привезти Гурудева в Киев. Вот сколько помните, Химанги не даст соврать. Два раза я ездил покупать землю в Киев. У меня была такая идея, в Киеве должен быть храм. Я думал, 14 раз Ватмар должен быть хотя бы один на Украине. Мы тогда приехали на Сокарки купить землю. И буквально там сорвалось... Потом еще раз на Сокарках хотели купить другую землю, и тоже сорвалась продажа. Вот. Но потом я, знаете, что понял? Я понял позже, что храм – это не земля, даже не здание. Храм – это люди. У нас, например, в Питере, в Москве есть очень дружная, ну, знаете, да, те, кто же, там очень дружная команда молодежи. Сейчас такие девчонки у нас пришли, эти галлы, они же все мельдангистские, такие уже, такие просто шахтёвые тетки пришли, молодые все, с английским языком, вообще такие вот, да, танцоры новые, очень, очень хорошие ребята пришли. Я понял, что вот благодаря им это храм. Я так тихонько туда прихожу, там, чик-чик, пролезаю, там, тихо, по лестнице. Ну вот, я понимаю, что главное не мешать. То, что у них энтузиазм, желание служить, и такое желание, которое, ну, рождает. И поэтому я понял, что как только
здесь появится такая среда, вот это желание самопожертвования, здесь все будет, и храмы. И Гурудев, на самом деле, он приедет сюда, но он приедет сюда в форме Ачарьи Махараджа. Потому что Гурудев уже был пожилой, он не мог, а Ачарьи Махараджа может пробежаться по всей Украине, там, с Харинамом. Ну, вот. Поэтому мы хотим привести его сюда и устроить ему такой активный тур по Украине. Ачарьи, потому что я думаю, что он зашахтит храм здесь однозначно. Там, где Ачарьи Махараджа, там как бы, говорится, там, где Арджуна, там и Кришна. Ну вот, поэтому мы вот своими силами сделали такой маленький центр в Киеве. Ну вот, конечно, тяжело. Но я думаю, что Ачарьи Махараджа зашахтит. Придут новые люди, придут его ученики, они сделают какие-то новые люди. Мы, конечно, со своей стороны будем всячески помогать. Вот, поэтому я верю в то, что на Украине будет очень большой поток сознания Кришны, и вот это благодаря Ачарьи Махараджу. Потому что он может, он обладает вот этой способностью. И он приедет, он с удовольствием, он вообще такой железный феликс. То есть для него там 2-4 часа проповедь, программа, это вообще. Мы были с ним в Венесуэле, он меня специально пригласил в Венесуэлу. Вот, я прилетел, очень так, круто, конечно. Поэтому вот мы решили с Гасвами Махараджем, что будем всячески его поддерживать и хотим. Поэтому на время мы сейчас все прекратили ритуал к инициации, потому что мы хотим, чтобы он набрал учеников, и поскольку он личность такая трансцендентная, то я думаю, было бы хорошо, чтобы люди напрямую у него получили посвящение. Поэтому те, кто хотят получить посвящение, я думаю, до лета они подождут, чтобы они получили Махамантра от него. Ну, как бы, ну, это такой закон. Равинда Махараджа уже был просто очень пожилой. И на самом деле, родители гуру это появились только в конце, когда у него уже просто там весь мир. И понятно, что там Раша, там Владивосток, Хабаровск. Понятно, что он просто он понимал, что он туда физически не приедет. Вот. Ну, Ачарьи Махараджа, я думаю, что раз в год, как минимум, может объезжать всю нашу губернию. Вот. И я думаю, что благодаря его усилиям. Потому что с ним невозможно мне что-то не сделать. Он просто сам горит, как расплавленная сталь. И все, кто рядом с ним, они все равно сделаются. Вот. Так что сейчас у нас там новый храм в Лондоне должен появиться. Самадхи Пушпа, Самадхи Гурудева мы хотим открыть в Питере, в Лондоне и такой план на лето. Хари Кришна. Хари Кришна.